Росбил-2022 начинает свою работу. Мы желаем вам приятного рабочего дня и насыщенного делового общения. Конечный план. У нас также для дальнейшего роста показатели созданы, чтобы поддержать все проекты, направленные на развитие субъекта. Участники российской строительной недели. Мы все понимаем, в каких непростых условиях мы должны развивать строительное общество. Желаю вам плодотворной работы. Сорники, диски, кто и будет в первую очередь реализовывать. Спасибо за внимание. Давайте благодарим заместителя председателя правительства Российской Федерации на наших взятых условиях, за его время и внимание к строителям и за его поддержку. Спасибо огромное, Марк Сергеевич. И программа так сформатирована и выстроена, что ключевым является житель города. Не только тот, который проживает в переселяемом доме, но и тот, который живет в этом квартале, в микрорайоне. Начиная программу, мы проанализировали аналогичные проекты в других городах, взяли лучшие практики. Москва занимает первое место в рейтинге «One Habitat» в категории качества жизни и развития инфраструктуры. По этим показателям мы по итогам рейтинга прошлого года обогнали Лондон, Сингапур и Торонто. Как бы это ни казалось удивительно и странно, но это факт не нами оцененный, не нами принятый, а известный международной организацией.